Всем доброе утро. 4.10.2022 года. На испытаниях стоит две установочки SMM R6 Lite. Одна стоит сейчас в режиме реактивации, вторая подготавливается. Одна законтрактована, вторая свободная, делаем на склад. Кому интересно, кто хочет забронировать, уже приехать ознакомиться, приглашаем в гости в Полтаву. Все можно посмотреть, потрогать руками. Повторюсь, данная установка рассчитана на номинальную, такую оптимальную производительность 350 литров в час в режиме регенерации масла и где-то те же самые 350-500 литров в час по очистке печного топлива, темного дизеля, темной печки, продуктов перегонки, переработки, дистилляции и прочего процесса переработки как бы отработанных масел, полученные дизельные фракции. Все это машина очищает. Все это можно регулировать по производительности, можно выставлять параметры, можно регулировать. Один единственный выхлоп в окно выводится, это выхлоп газов. Здесь все просто. Один шланг емкость, второй шланг из емкости. Все к машине подключается и все. Все очень просто, надежно, удобно. Управление тоже очень простое. Да, есть контроллер, но это сугубо для технических процессов контроля работы самой установки. Поэтому вот так вот. Кому интересно, обращайтесь, пишите, звоните. Все контакты, координаты под видео есть. Ссылочки, телефоны, WhatsApp, Viber, Telegram, WeChat и любые другие мессенджеры. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. По данной установке еще скажу, что фуллеровая земля где-то рассчитана на 500-1000 реактиваций, что для вас, как в процессе использования, то есть не образуются никакие отходы, вы работаете по кругу. То есть в районе энного количества лет вы не меняете ничего, никакого сорбента, ничего не надо привозить, хранить, увозить, складировать, утилизировать и так далее. Процесс идет по замкнутому циклу. Емкости А берем, емкость Б выдаем продукт очищенный, про сам сорбент отреактивировали и так по кругу работаем. Так что вот так вот на фуллеровой земле. Так, всем хорошего, до связи.